27 января – одна из важных дат в истории Великой Отечественной войны. 77 лет назад была снята блокада Ленинграда. Новосибирск тесно связан с городом на Неве, и сибиряки сегодня вспоминали тех, чья жизнь оборвалась в осажденном Ленинграде. Евгения Ефанова с трепетом разбирает старые фотографии. Но есть особый снимок на карточке «Дети предвоенного Ленинграда». Из 10 ребят в мирное время Евгения Николаевна встретит только одного. Остальные умерли, уехали в эвакуацию, просто затерялись. Жизнь города на Неве 41-42 годов до сих пор потрясение для всего мира. Ведь только от голода умерли 650 тысяч человек. Хлеб для неработающих 125 граммов на человека в день. У нас 6 человек сейчас было, сестренка, которая вот это, она, как раз война началась, она заболела, ее положили в больницу, и какую-то ей голодную кровь ввели, ей надо кушать было. Так вот, мама хлеб лежит, ей 3 года было, пальчик научит, крошку и в рот. Мама говорит: «Зоика, ты кушать хочешь?» «Нет, не хочу». Лепешки из опилок, студень из клея – реальность первого года блокады Ленинграда. Но жизнь по-своему кипела. Дети наравне со взрослыми участвовали в противовоздушной обороне, дежурили, чтобы тушить зажигательные бомбы. А однажды даже поймали шпиона. Всей дворовой компанией вцепились в подозрительного дядю, который крутился у парашютной вышки. За 7-м домом был пивоваренный завод. По-моему, «Вена» назывался. И он под стеклянной крышей был. И он, конечно, ошибся. У нас Московский вокзал под стеклянной крышей был. Наверное, ему задание дали Московский вокзал сфотографировать. А он это сфотографировал, успел передать. Потому что через несколько дней разбомбили этот завод. Семья Ефановых, мама и 5 детей, пережили 2 блокадных зимы. Весной 43-го года всех вывезли на Большую землю. К этому времени кольцо вокруг города немного разжали. Немцев отогнали от южного берега Ладожского озера. На катер посадили, и мы ехали, плыли. Вот нас сопровождал один, я помню, один катер сопровождал. Не бомбили, ничего, вот, понимаете. И вот, ну, очень долго мы ехали. Потом был полуторамесячный переезд в глубокий тыл, и маршрут закончился в Новосибирской области, как и для многих ленинградцев. Сюда приехало в общей сложности 128 тысяч человек. В звании «Город трудовой доблести», который был присвоен нашему городу в прошлом году, заслуга ленинградцев немаловажна. Более 30 предприятий в годы войны были эвакуированы в город Новосибирск. Из них треть была из Ленинграда. Кстати, технологический рывок, какой показала новосибирская промышленность в годы войны, также во многом был сделан благодаря ленинградским предприятиям, плюс учреждения культуры, институты. Переживая невероятное потрясение, эти люди все равно обогащали других, тех, кто подставлял свое плечо, делил с гостями хлеб и кров. Константин Клещин, Александр Егоров, Евгений Агеев, Новости ОТС.